На учебно-тренировочные сборы в Сочи футбольный клуб «Волга» приезжает уже на протяжении 10 лет. Базу «Спутника» спортсмены считают одной из лучших в стране. Занятия по технической подготовке, а также по поддержке и развитию спортивных силовых качеств у футболистов начались 6 января. Они были у нас 2 года назад, когда играли в премьер-лиге. Им, в общем-то, устроили условия и наша база. Поэтому в этом году мы снова пригласили их. И они с удовольствием приняли наше приглашение. И стали одной из первых команд, которую принял «Спутник» в этом году. Сейчас футболисты из Нижнего Новгорода готовятся к серии матчей важного и ответственного турнира – чемпионата России. Пока клуб занимает 9-ю строчку в турнирной таблице. У нас одна из самых молодых команд. Любой соперник главный. Ну, конечно, есть фавориты. 4 команды, которые наверху. «Анжи», Тосны, их все знают, Крылья Советов, Томь. Но мы ставим такие задачи, пошагово ставим задачи решать их. Поэтому впереди у нас «Волгарь». Первый соперник – Астраханс, который тоже готовится здесь рядом в Сочи. Я думаю, что мы посмотрим за ними, они за нами. И газовик «Газпром», Оренбург, который приедет к нам в гости. Вот к этим конкретным матчам мы готовимся, которые в начале марта нас ждут. Неотъемлемая часть подготовки к важным турнирам – товарищеские матчи. «Волга» уже сыграла с командой «Югспорта», разгромив их со счетом 6-0. А завтра их соперником станет футбольный клуб «Сочи». Встреча состоится в 15 часов на полях «Спутник спорта». Двухнедельные сборы завершатся 20 числа, а через 3 дня клуб «Волга» вновь вернется в Сочи и продолжит тренировки до 7 февраля, а значит встретится и с другим футбольным клубом. Команда из Южно-Сахалинска проведет сборы на курорте с 18 января по 4 февраля. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.